столик. Пришлось соврать, что я работаю на правительство. Правда? Для главного санинспектора сразу нашли местечко. Рэйчел, рад тебя видеть. Привет, Брюс. Я тоже рада. Да, Рэйчел, Наташа. Наташа, Рэйчел. Наташа, а вы та самая... Прима-балерина московского балета. Здорово. Харви обещал меня сводить. Правда? Вы так любите балет. Брюс, это Харви Дент. Знаменитый Брюс Уэйн. Рэйчел мне все о вас рассказала. Надеюсь, что не все. Так, может, мы сдвинем столики? Не уверен, что нам разрешат. Разрешат. Это мой ресторан. Как можно в таком городе рожать детей? Ну, я вырос здесь, и ничего. Ваш особняк в черте города? Мой Пэлисейдс, конечно. Окружной прокурор должен знать, где кончается его юрисдикция. Я имела в виду то, что у вас восхищаются мстителем в маске. Готэм гордится тем, что его гражданин отстаивает справедливость. Готэму нужны герои вроде вас, избранные народом, а не человек, ставящий себя выше закона. Точно. Кто выбрал Бэтмена? Мы. Все мы, кто позволил разному отребью хозяйничать в городе. Но это же и есть демократия, Харви. Когда враги стояли у ворот, римляне отказывались от демократии и назначали себе защитника. Это не считалось честью, это считалось долгом. Харви, последнего человека, которого выбрали защищать республику, звали Цезарь, и он так и не отказался от власти. Такова судьба. Либо ты умираешь героем, либо живешь до тех пор, пока не станешь негодяем. Слушайте, кем бы ни был Бэтмен, он не собирается заниматься этим до конца жизни. Бэтмен ищет того, кому может передать свое дело. Кого-то вроде вас, мистер Дент? Может быть, если я достоин. А что, если Харви Дент и есть мститель в маске? Если бы я куда-то девался каждую ночь, кто-нибудь бы уже заметил это. Ну что ж, я весьма впечатлен. Я организую вечеринку в вашу честь.